Друзья, здравствуйте. И снова мы на связи, прямой эфир. Первый мой прямой эфир ВКонтакте. Меня зовут Соло Татьяна, я энергокоуч. И я хочу помочь людям, моим подписчикам, да и не только им, прийти к своей душе, к счастью, здоровью, богатству, сексуальности, истинному, настоящему, а не навязанному извне. У нас оборвался только что эфир, мы собирались сделать практику, сейчас мы подождем, когда подключатся зрители, и отправимся с вами сразу в энергетическую практику. Что это такое? То есть, что такое вообще работа с энергией? На самом деле, я хочу пару слов сказать. Очень много людей верят, судя по тому, сколько ходят на марафоны, что желания исполняются. И очень много людей верят, что можно как-то научиться загадывать желания так, что они начнут исполняться. Мне сейчас 39 лет. Я сейчас нахожусь вот в Дубае со своей семьей. Многие из моих желаний исполнились в жизни. Многие исполнились не так, как я себе это представляла, а намного иначе. Я знаю, это удивительно, я знаю, как работает мир желаний. И я знаю, почему у огромного количества людей желания не сбываются. Почему так происходит? Поставьте плюсики, кто с этим сталкивался, что ты желания пишешь, карты визуализации делаешь, я не знаю, мечтаешь. Ну или, в общем, просто желаешь чего-то, ах, ничего не получается, или получается не так, или получается недостаточно хорошо, или получается так, что когда желание сбылось, это совсем сбылось не то, что тебе на самом деле доставляет радость. И я хочу, чтобы мы с вами здесь были очень искренни, очень открыты, потому что это пространство здесь, на этой странице, будет точно так же про любовь. Про любовь к себе, про любовь к жизни. Знаете, я сейчас открыла сегодня страницу свою ВКонтакте здесь и старую информацию о себе почитала. И моя любимая цитата, которую я внесла сюда лет 15 назад, звучит так. «Стоит на любви все живое, великая армия, двое. Пусть шепчут и руки, и губы, спасение наше друг в друге». Поэтому это всегда было пространство про любовь. Окей, вижу плюсики. Смотрите, и есть один маленький нюанс. Почему у кого-то желания сбываются, почему кто-то загадал, написал, в сундучок положил или на стену повесил и сбылось, а у кого-то нет. Вопрос просто в количестве и качестве энергии. Если у вас этой энергии много, то есть у вас связь с душой очень сильная, вы слышите истинное желание своей души, а не навязанные вам программы, как правильно, как нужно, и что тебе пора желать. Вижу здесь в основном женщины, да. Если ты живешь вот в этих программах, как тебе, какой нужно правильной быть, к какому возрасту, сколько детей иметь и так далее, то и слава богу, что твои желания, придуманные из этой программы, не сбываются, потому что даже когда они сбываются, это всегда совершенно не то, что глубинно сделает тебя счастливой. Так вот, важно прийти в соединение со своим сердцем, со своей душой, и из этого соединения слышать свои истинные желания. И уже когда ты слышишь истинные желания с нужным количеством энергии, эти желания мечтать, эти желания проговаривать, эти желания нарисовать или писать. И когда у тебя вот это достаточное количество энергии, тогда иногда достаточно просто мысли брошенные в проброс и сказать, слушай, как бы сейчас бы вот позвонил, кто-нибудь на вечеринку позвал, и через секунду звонок, и тебя зовут, слушай, у нас сегодня вечеринка, приезжай. Слушай, офигеть, как это? Или вот бы Марину увидеть, давненько не виделись. И Марина встречается за соседним столиком сидит. И думаешь, как это? Ну почему это не работает там с какими-то другими желаниями? Потому что в этот момент, это желание было искренне, продиктовано душой, и ты говорил его в энергонасыщенном состоянии, и оно исполнилось. А чисто, часто списки визуализации, списки всяких мечт люди пишут из головы. Из очень серьезного такого осознанного решения. Все, я взялась за свою жизнь или взялся. Сейчас мы к этой великолепной жизни обязательно придем. И хрен, ничего не получается. Никакая великолепная жизнь не наступает, потому что сказано и сделано все не из сердца, не из души, а из вот этой программы, которая в голове навязана. И именно для того, чтобы вывести человека из этих программ, чтобы научиться тебе быть богатым, я в прошлом году заработала свой первый миллион долларов в момент, и начала его зарабатывать в предыдущий год, тоже у меня там было, наверное, 1700, когда началась пандемия.
То есть то время, когда мой основной бизнес потерял огромные средства, когда мой основной бизнес был практически разрушен, который меня кормил до этого там 13 лет, и тоже я достаточно классно жила, путешествовала, одевалась в хорошую одежду, жила в красивой квартире, ездила на красивой машине. Но когда этот бизнес рухнул, в пандемию нашлись новые возможности. И я заработала свой первый миллион. Так, друзья, подождите, пришли мои любимые люди. Мы сейчас им откроем дверь и сделаем с вами практику. То есть я хочу с вами сделать практику, которая поможет вам поднять ваш уровень энергии для того, чтобы ваши желания наконец-то начали сбываться в наилучшем для вас виде. Открыто было тогда? Да. Hello. Это Катя в ВКонтакте, я в эфире. ВКонтакте? Да. ВКонтакте. Нет, работает Инстаграм еще 2 дня, но вот мне очень интересно попробовать ВКонтакте потренироваться, выходить в эфир, для того, чтобы нам с вами потом и дальше... Ой, хотела вам... Ну, давайте попозже покажу, какой красивый вид. Окей, сейчас мы с вами проведем практику, потому что это огромный доступ, прекрасный доступ к практику. Висит, сейчас висит или нет, просто я думаю, что из-за того, что я ходила, у нас подвисло все. Как сейчас, напишите, меня слышно, видно, хорошо ли или нет. Видно сейчас и слышно ли вам меня хорошо. Первый эфир ВКонтакте, который я смотрю, и он мой. Круто, круто, хорошая новая жизнь. Напишите, пожалуйста, как сейчас слышно, видно, все ли хорошо, все ок. То есть мы можем делать практику. Окей. Все отлично, тогда мы отправляемся с вами в практику. Суть практики для того, чтобы поднять ваш уровень энергии, для того, чтобы вы могли в дальнейшем очень... И практика, еще один момент, пожалуйста, не ждите волшебной таблетки ни от меня, ни от кого-то другого. Практики нужно делать регулярно, работать со своим энергополем нужно постоянно, нужно кайфовать от этого, наслаждаться этим процессом. И тогда действительно уровень энергии будет высокий, и ваши желания, вы удивитесь, какие они у вас. Возможно, вы просто мимо проходите свои желания, потому что сердце ваше закрыто. Окей, поехали. Сейчас посмотрим. Все ли у нас хорошо будет слышно? Сейчас попробуем. Мы сделаем коротенькую практику, как я очень люблю. Почему коротенькую? Потому что мне хочется, чтобы как можно больше людей научились этим инструментом пользоваться. И поэтому себе вам предложила сейчас практики на 20-30 минут. Возможно, не все к ним готовы. Итак, закрывайте глаза, садитесь ровно. Особенно для начинающих это особенно важно. Поставьте ноги ровно на пол и выпрямите спину. Ваша спина должна быть прямой. Как это сделать? На себя вот так вот подбородок и натяните спину. То есть мы с вами сидим ровно, да, позвоночник прямой, вы сидите ровно, макушкой тянемся к небесам. То есть макушкой отправляем, продлеваем наш позвоночник прямо к солнцу. Глаза закрыты. Дыхание мягкое, глубокое. Сделаем мягкий, медленный вдох через нос. И медленный выдох через рот. Твое тело расслаблено. Ладони раскрыты, лежат на коленях. Глаза закрыты. Любые мысли, которые будут приходить во время практики, скажи им стоп. Все эти мысли, сомнения, волнения сейчас не нужны тебе.
и буду делать, чтобы с помощью наших практик ваше здоровье становилось лучше, ваши отношения с партнером становились лучше. Я вижу, здесь у нас большинство девушек, поэтому я, конечно, обращаюсь к вам. И я уверена, что мы откроем вашу женскую силу, настоящую женскую силу. Мощную, плавную, гибкую, дерзкую, манящую, независимую, не слабую, а ту, которая действительно обладает уникальной, отличной от мужчины силе. И эту сексуальную силу мы будем здесь открывать. Ну что, друзья, спасибо вам большое за наш первый эфир. Я не знаю, возможно ли здесь эфирами делиться, пересылать. Думаю, что, скорее всего, да. Распространяйте. Распространяйте это для того, чтобы как можно больше людей и на пространстве ВКонтакте узнало о том, что мы с вами здесь практикуемся, о том, что есть нечто удивительное, большее, чем любовь. Класс, я улыбалась, раскинула руки. Благодарю, Танюша. Прекрасная практика. Двигалась такт музыки. Супер. Это очень приятно. Как это приятно, то, что вы пишете, очень классно. А, как это красиво. Что такое, простите, я хотел стать облачком, но облачко вышло из меня, значит ли это... О, какие тут у нас юмористы, слушайте. А, тут у нас прямо веселье. Веселье в... Конечно, непривычная новая аудитория. Конечно, наша аудитория в Инстаграме уже формировалась годами, и вы были со мной там многие уже реально очень давно, и ради определенных вещей, которые мы вместе с вами проходили. Я уверена, что здесь такое пространство тоже мы сможем создать. Все, люблю вас и благодарю. И до новых встреч. Это было очень круто. Будем практиковаться дальше вместе. Будем делать практики вместе. А хотите, я вам покажу вид из окна? Хотите, я вам покажу, как сейчас в Дубае? Я сейчас нахожусь в Дубае. Давайте, те, кто остались, можем с вами вместе глянуть на красоту. Вот так. Ну, у меня тут камера. Сейчас мы протрем ее. Камера не очень чистая была, не так уж и красиво. А вот сейчас, как вам эта красота? Вот она, энергия изобилия. Вот она, красивая жизнь. Вы со мной прямо сейчас на балконе. Смотрите, вот, вот такой вот стеклянный балкончик. И мы с вами... Круто же, да? Круто, мои хорошие. Я буду рада. Воздух, да. Быть с вами здесь, вместе делать практики, делиться с вами своим настроением, воздухом. Вот, знаете, сделаю как-нибудь практику полет с этого балкона, да? Как облако, которое может, или как ветер, который летит и расширяет нас. Люблю вас, друзья. Ой, нас сразу тут побольше стало. Как только я вид Дубая стала показывать, это стало больше, чем когда я делала практику. Но ничего, мы все научимся расширяться разными способами. Буду делиться с вами здесь и книгами, и своими инсайтами, и своей жизнью. Здесь тоже есть сторисы, так что давайте, заходите, смотрите. Буду показывать вам эту красоту тоже. Прямо сейчас это сделаю, буду сторис. И сделаю парочку фоток для вдохновения для вас. Землю? А, вот земля. Показать землю. Все, друзья, спасибо большое. Мне кажется, что это был классный первый прямой эфир ВКонтакте. Спасибо, что были со мной.